Начало народным гуляниям дали конные скачки. Наездники, казаки со всех районов соревновались за приз атамана кубанского войска. Зрителями стали тысячи человек, среди них и исполняющие обязанности губернатора. Вениамин Кондратьев и атаман казачьего войска Николай Долуда поздравили кубанцев и гостей края с памятной датой и дали официальный старт торжественным мероприятиям. Нелегкий был труд у первых казаков, и нелегкая была жизнь. Очень много испытаний выпало на их долю. Но они справились, потому что неизменной была вера. Вера в Бога, вера в свой народ. И мы сегодня, все, кто живет на этой Кубани, потомки этой великой земли и великих казаков и наследники, обязаны, друзья, обязаны эту веру сохранить. Живи, Кубань, и процветай. Ну, а атамань, гуляй. Для казака, любого казака нашего отдела, кубанского казачьего войска, это не просто клочок земли. Это наше сердце, это наша душа. Это колыбель кубанского казачества. Дорогие братья-казаки, я поздравляю вас с этим праздником. Спасибо вам за службу. Спасибо вам за любовь к родине, за ваш патриотизм. После Вениамин Кондратьев прошел по музейному комплексу. Глава края побывал в каждом казачьем подворье, пообщался с их хозяевами, а также гостями куреней.